нашей доченьки старшей день рождения. 3 посудины у меня с мясом. Конечно, обязательно шашлыки. Короче, будет просто весело. Голди, идем тебя накормим. Пошли. Нео. Еда, водичка, все. В гараже. Вот так вот у нас вода у нее. И автоматическая кормушка. Сейчас я ей дам мокрой еды. Такие консервы она у нас кушает. Балдеет. Нравится ей. Куда мы едем? Starbucks. Поехали. Всем привет из солнечной Калифорнии. У нашей доченьки старшей день рождения. Сегодня мы будем отмечать. У нас будет очень много гостей. Будем готовить очень много еды. Доча, сколько тебе лет исполнилось? 7. Большая уже такая взрослая. Я решил ее отвезти в Starbucks, купить ей любимое ее. Что ты любишь в Starbucks пить? Сама забыла, что она любит. Сейчас по ходу дела поймем. Обам машину она у нас давно не мылась, грязно. Погнали. Угу. Даже листики не могут принтонуть. Крутышка. Ну вот, чтобы машину помыть нам, $12. Там какие-то добавки они ставят, боксуют. Средняя 10, самая дешевая 8. За $12 она более-менее неплохо моет. Что мне нравится, что тут получается моют только водой, а не вот этими всякими щетками. Машина не царапается. Что мне нравится на этой машине? У тебя камера одна, камера сверху. Ты полностью видишь, как ты паркуешься. Машина более-менее помылась неплохо. Майя, ты поспала? Майя, ты только проснулась еще в пижамке. Вот голуби у меня полетали немного. Я их каждое утро выпускаю, тренирую. Летают они у меня. Красавцы. Тебе твои друзья приедут? Много? Есть будет горка. Вот такой вот у них завтрак. Сериал с молоком сегодня. Делаешь, Юр? А? Что делаешь? Мясо мариную. Сегодня у нас будет очень много гостей. Вот я мариную мясо для шашлыка. Будет у нас баранина, вот огромные прекрасные кусочки. И вот такой вот кусок говядины тоже. Будем объедаться сегодня мясом в тандыре, на мангале, посмотрим, как получится. Погода у нас просто такая жара невыносимая. Нашей, я уже говорил, нашей дочери старшей Вики день рождения было пару дней назад, но так как в Америке все работают очень много. У нас очень тяжело последнюю минуту сказать на работе. Я должен взять сегодня выходной. Поэтому мы решили сделать в субботу, когда все дома. Родственники все соберутся, друзья наши. И будем сегодня праздновать. Там у нас горки всякие. Сейчас покажем вам. Бассейн мы надули детям. Ну, короче, будет просто весело. Короче, замариновал я 3 посудины у меня с мясом. Получается, здесь баранина в вине, ну, лук, паприка, соль, черный перец, вот, и базилик. Здесь у меня просто говядина в луке,
Ну, обычный маринад для говядины, а здесь баранина будет просто без вина. Ну и посмотрим, какое мясо у нас получится вкуснее. Так, тут домашние капкейки. Майя, хай! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vika. Happy birthday to you. Ну, день рождения прошло очень классно, было весело всем. Дети, взрослые остались довольны, детки поигрались. Еда была классная, приготовились. Короче, день рождения прошло на ура. Помнишь, я купил 8 куки, и я купилась, и мне было другое, я плакала, и мне было больно. Ага. Ну, всем пока!